Чеп секунды успел в открытую дверь. Опа! Ой, дядя, здрасте. Не надо меня кушать. Дядя. Дядя. Дядя ваш пьет. Здорово. А вот фиг тебе. Ща, сгоняю за магнит. Воу. Да. Да, о чем еще уходить? Да, назад в ту локацию. Я полгода туда залазил. Вот такой вот троллинг. Тут к нам гость. Ты хочешь, как у него диарея? Хоть вылечился. Сейчас вылечись. Я так думаю, скоро эти дядьки разморозятся, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. За мной большая бабочка полезла. Это мой. В белый коридор заходи. Куда ты зашел? В белый коридор. Опа.
Где в low температуре experiment room? Что-то я походу не туда полез. Тут дядя мертвый. Ты хоть живой? Сейчас я вернусь к тебе. Я знаю, где ты находишься, оставайся там. Спрей нашел. Красава. Бумажку почитал. О, тебе дробовик надо? Тебе дробовик нужен? Он сломанный, наверное. Там. Хотя посмотрим сейчас. Да, сломанный. Кстати, с хантерами близи не связаны, за то оружие поломали. И можно валить отсюда. Стоп, я же там все перетыкал. Ай! Чуть не съели. Пошел нафиг. Прямо беги. Так, ты же не в... А, ты не в красный коридор, да? Да, я в белый коридор. Ай-яй-яй, уйдет в рот. Она сдохла, ибо нефиг. Круто, ты вышел, за тобой Хантер, а я за Хантером. Хантер за нами бежит. Давай сюда.
не рыпаемся. Чё стоим тут? И чё, просто 2,5 минуты стоит? 2,5 минуты стоит? Да? Они сюда не залезут, если нагреть не будем. Окей. Слизняк какой-нибудь. Червь. Да. Ну, помнишь, там джин мутанта? А, да, понял, все. Вот он и вылезет. Как персонаж наблюдает. Видишь? Безысходность. Блин. Это так ржачно со стороны вообще. Бедные. Вот это искусственный интеллект просто зашкаливает. Не, это просто имбовое место. А еще великий барьер разработчиков, который не дает им допрыгнуть до нас. Потому что это якобы забор или что там. И что делать? А, все? Чужой? Какая гадость-то, а? Однако. Почему ты исчез, а я сидел в тачке еще? Потому что ты позже меня прогрузился. Вот такие вот дела. Ёлки-палки, да ладно. Интересно, его мочить обязательно надо?
сейчас я пойду патроны для дроба, для дроба возьму. Так, главное мне... его в центр заманим. А мне-то что делать? Да, стреляй в него. В рот тебе поезд. Эпично. Фраза? Ай. Так, у меня 8 патронов осталось. Мне еще маленький урод присосался. Гады. Надо его в центр заманивать. Ну вот я его и долблю. Главное самому под поезд не попасть. Потому что для него система свой чужой не существует. Да-да-да, иди сюда. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Ты хороший босс. Никогда нельзя полагаться на свои воспоминания. Я помню свои обязанности, но я не могу вспомнить себя. Я чувствую, что все поменяется, когда я об этом вспомню. Че, еще один? Да нет, я уже пойду. Ну ладно. Тогда в следующий раз запишем. Ага. Ага. 5,22%. Ну это судьба че, а у меня 70%. Так, ну все нормально.